Участковые уполномоченные Лесногородского отдела полиции на улицах поселка провели информационно-профилактическую акцию «Осторожно, мошенники». Полицейские рассказали местным жителям о различных видах, способах и схемах мошенничества. Особое внимание граждан участковые обратили на то, что злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и под предлогом оказания им оперативной помощи заставляют перевести денежные средства на якобы безопасные банковские счета или предлагают оформить кредиты. Организаторы акции рекомендовали не разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, всю информацию перепроверять в официальных источниках и не сообщать неизвестным лицам свои персональные данные. Правоохранители также раздали горожанам тематические листовки с номерами телефонов дежурных частей.